Вітаю на каві, і сьогодні до нас приїхали гості з Полтавщини. Щоправда, полтавської говірки ми можемо й не почути, тому що співають вони в основному російською, як так склалось, зараз у них запитаємо. Я вас вітаю. Ніна Кірсо і Сергій Кузнєцов. Сергій Кузнєцов. Возле столика напроти ти сидиш в полоборота. Вся в луче ночного света. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ. Закружила голову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. В 91-му році, коли Україна відокремилася, тут почали популяризувати українську мову через українські пісні. І ми, як артисти, які сложились, і, ну, в общем-то, творчеське начало вже професіональної діяльності наше прийшлось на Радянський Союз, то у нас уже сложился репертуар, который известен. И, естественно, больше мы как-то не лезли в Киев, да? То есть, ну, нельзя было одним, так сказать, местом, ну, во все. Как-то мы эту ситуацию... А в Москву вы лезли? Мы не то что лезли, мы там уже были популярны. И мы в Украине были популярны, и в Беларуси. То есть вот эта вся территория Советского Союза. Мы уже стали на все эти территории звездами. И в какой-то степени, наверное... Было нелогично даже по бизнесу бросить это все, вот просто взять, бросить уже сделанную работу, потому что к этой работе мы тоже шли годы. И вот она получилась, и какое-то время, естественно, там, а тем более от нас ушел солист, вот этот, который пел «Больно мне больно», и начинать вообще с нуля вкладывать, это нужно было где-то взять и средства, и написать новые альбомы, где-то их пиарить, а на Украине нам бы это было бы сложно. То есть это нужно было бы просто перелицеваться полностью, ну, как бы вообще вот все отмести, прошлое сделанное. На тот момент, вот так сразу, это невозможно сделать. Это все равно ты должен... Во-первых, у нас Анатолий Розанов, вот будем так говорить, самый создатель фристайла. Как, кстати, Казаченко вот так в личных беседах со мной часто говорил, что я везде всегда говорю, что Анатолий Розанов придумал фристайл. Но, к сожалению, кроме в личной беседы, я от Вадима это больше нигде не слышала. Но это правда, действительно. Потому что Анатолий Розанов придумывал первую музыкальную вот эти... мелодии, на которые Сережа потекстовал. Сережа тоже текстовал по-русски, так как, ну, как бы вообще язык в Советском Союзе был, ну, этот язык везде знали. Не потому что мы любили там. Вы гости с Полтавщины, вы полтавскую говорите. Где вот это «Л» мягкое, из Полтавщины? Продемонстрируй, ты умеешь. Нет, ну, кривлять людей, которые говорят. Ну, во-первых, это, как я, как Нина Кирсова здесь еще в кадре, ну, для всех, зачем я буду это делать? Я вычистила свой русский язык. В общем-то, он у меня был, наверное, достаточно украинизированный. Ну, все-таки. Ну, как говор. Говор. В Полтаве вообще, я не могу сказать, что там все элька. Тут очень много разных разговоров. Котельва – это одно там. Допустим, Решетиловка, Миргород – это другое. Козельщина – это вот то, где вы говорите, мягкое. Эль, малёка, попыля. Ну, есть это, такое есть. Но я хочу сказать, что Анатолий Розанов, он вообще родился в России. Ну, то, что на сегодня территория России, Майкоп. Майкоп. На каком бы языке он говорил? Жил в Пятигорске. Но это же исторически, да, древние, хорошие, красивые города. И в Полтаву он попал уже в достаточно зрелом возрасте, вот вашей дочери 16 лет. Вот он попал в Украину, естественно, украинскую мову він любе, але він в 91-му році не міг нею спілкуватися. І, естественно, как бы направление наше творческое, оно выражалось вот в російськомовних піснях. Этой ночью в спящем городе ветер бьется черной птицей. Пусто в доме мне и холодно, и до поздних звезд не спится. В объятия темноты и пойду пути не зная,
Виновата в этом только ты, только ты, только ты. Больно мне, больно не унять эту злую боль. Больно мне, больно умирает любовь. Больно мне, больно не могу удержать я слез. Ветер на крыльях разлук мое счастье унес. Мы всегда знали украинские песни, украинскую мову. Мы пели эти песни всегда после концертов. После, особенно на Кубани, когда мы туда приезжали, приходили в гости к друзьям, они приводили бабушку свою, которой там уже было лет там 80-90, и говорят, вот для мамы нашей спойте, ребята, пожалуйста. Ну, и мы пели, и вони плакали. Це я розумію. В Германии, вот как-то где-то был, наверное, где-то 98-й год как раз, первый раз на концерте захотелось петь на украинском языке. Люди плакали. Коллективу 27 років, так? 8. Правильно? 28 буде. Через буде. Буквально неділю. Через... О, як ви готуєтесь до святкування. Ну, щоб бути точним, в ніч з 7 на 8 листопада. А чого тут... в ніч? Ви створювали колектив в ніч 7 на 8? А тому що це було після концерту в Москві. Між концертами. Був один із концертів і от... 78-й рік. 1900. В городе Москва был большой концерт, а мы тогда работали с Мишей Муромовым. И так как мы с ним работали, мы участвовали в концерте на 7 и 8 ноября, это еще, ну, когда празднование вот этих... Это вы с Розановой уже одружені были на той момент? То таке интимное питание, в каком смысле? Вот, украине... Мы венчались в 94 году. До этого мы, ну, конечно... Не венчанные как бы, жили. Да. Но мы венчались и расписались для того, чтобы у нас дети были законорожденные. Это абсолютно. И один из законорожденных детей – это группа «Фристайл». Ну, группа «Фристайл» – это ребенок всех нас, кто его создавал. Ну, судя по сайту, где написано, что вы в группе с момента основания, да, то вы да, тоже участвовали в этом участвовал. Голосовании. Сергей Ганжа, наш гитарист, участвовал с первого дня. Но это было, я бы так сказала, что группа родилась на самом деле немножко раньше. Когда уже мы определились вот примерно составом, примерно какие песни должны быть, и уже эти песни родились. Ну, вот родилась музыка, родились тексты. То есть вот это родилось уже вот то, что стало основой. А когда оно родилось, когда уже на тот момент сформировался вот такой состав, тогда возникла необходимость это как-то назвать. Вот поэтому... Почему «как-то» стало словом «фристайл»? Вот поэтому вот в тот день, когда мы голосовали за имя, мы условно... Это, кстати, и день рождения Иисуса Христа. Это же условная дата. Мы условно берем за рождение фристайла. Но на самом деле оно родилось немножко раньше. Ну, просто формирование. Вот, ну, буквально там, может быть, 2-3 месяца мы уже пели какие-то песни, которые уже стали репертуаром фристайла. То есть он уже появился. Так, опять спрашиваю. Какие-то песни уже какие появились? И какое слово? Почему фристайл? Чисто, я не знаю, с одной стороны, можно даже и сказать, что и случай, как многое в этой жизни происходит. Мы выбирали, у нас был большущий список вариантов. Сергей Ганжа, наш гитарист, отдал своим знакомым, ну тогда компьютеризации такой не было широкой, да, он отдал знакомым в статистическом управлении, там были громадные вот эти на всю комнату компьютеры, зарядили, как это будет звучать, как это будет написание, красиво, чтобы выглядело. А значение анализировали? Ну, значение... Вы же знаете, объяснить можно любое название, забегая немножко вперед. Журналисты в одном из интервью, я с удовольствием читал это интервью и много нового для себя узнал, что... Ответили на этот вопрос по-своему, да? Что оказывается, песню «Вишневый сад» я написал, прочитав или посмотрев, не знаю, там уточнения не было, пьесу Антона Павловича Чехова.
они сделали такой вывод, когда мы представляли эту песню на концерте. То есть, потому что мы так представили. То есть объяснить можно любое название, любое решение. Нет, есть еще вариант притянуть за уши. Да. Вот теперь я хочу свою. Можно, да? Конечно. Свою версию быстро, коротенечко. Мы работали с Мишей Муромовым. У Миши Мурома был хит «Яблоки на снегу». Вторая песня, которая у него претендовалась на хит, но она не стала хитом, она была «Фристайл» называлась. «Чистый, как кристалл, звонкий, как хрусталь». Фристайл, фристайл, фристайл. Модное слово, свободный стиль. Нам значение этого слова понравилось, что в рамках вот этого названия мы можем писать песни в любом музыкальном стиле, что у нас, в общем-то, и рассматривать, то есть это будет ближе к року, ближе к балладам или попса, то есть полная свобода. И тогда еще вид спорта фристайл входил в моду, и он в 90-м году вошел в Олимпийские игры. Поэтому, когда мы перебрали название русскоязычные, ну, про икроиномовник тогда не шелся, то, ну, голубые гитары, там, соломенные кепки, ну, как-то вот волшебные сны там, ну, не хотелось. А вот слово фристайл, вот вышло вот из той жизни. Мы с ним сталкивались, с этим словом, в том процессе. И тогда шла перестройка. Фристайл, свободный стиль. Мы же тогда все хотели свободы. А вы знаете, что новый термин появился, ну, связанный с словом фристайл? Фристайлить. Что да, делать? Там слова очень много терминов, мне кажется. Mm-hmm. Но это более современный термин, и сейчас и в основном рэперы им пользуются. Mm-hmm. Значит, это как бы да, импровизировать из головы, да. Вот, придумывать тексты, рифмовать их. Да. Вот это называется фристайл. Вы в этом направлении уже работаете или еще? Вся наша жизнь фристайл у нас. Я вам скажу, что в любом виде спорта есть фристайл футбольный, есть фристайл на лыжах. Вот слово фристайл это любой какой-то вид спорта или что-то такое. Наверное, художественный фристайл есть и поэтический. Вот. Просто тогда, когда вот делается все, что угодно. То есть, когда полная свобода делать вот в этих, ну, в этом направлении. Поэтому это слово давно уже очень широко используется. Ну, вы ассоциируетесь в первую очередь с поп-музыкой однозначно. Да. И о разнообразии никто не говорит. А вы сами говорите о разнообразии. Покажите мне разнообразие. Больно мне больно, это вот то, что уже, да, звучали. Mm-hmm. Это больше все-таки такое, ну, к року немножко песня. То есть, она похожа там на статус-кво, ну, кто-то есть такие элементы. А «Какая женщина» — это песня шансон, чистого вида шансон, но не блатняк, потому что у нас тоже многие же люди думают, что шансон mm-hmm. — это значит, что такое блатняк. Мои песни — это лирика. Глотая слезы под ночным дождем, промокший плащ я куталась, дрожа. Ты уходил далекий и чужой, и не могла тебя я удержать. Так обреченно в этот горький миг разжались руки слабые мои. Я где-то читала статья о группе «Фристайл», и там написано... Наша или журналиста? Вот сейчас вам не вот скажу. Вот разные вещи. Кто-то сразу написал, то это не мое. Нет, это мнение. Не ваше. Это критики пишут. Это, ага. это критики пишут. Значит, о творчестве группы «Фристайл». Все гениально между фразами. Все гениальное просто... И простота хуже воровства. Вот mm-hmm. где-то посередине группа, да, группа фристайл. Знаете, вот эта фраза «простота хуже воровства», я ее тоже слышала. Мне кажется, что это... Но первая была все гениальная, это, просто. Это фраза, которая должна пройти декоммунизацию. Потому что, когда я стала ходить в церковь, я там купила книжицу, и она называется так: «Где просто, там ангелов соста». Поэтому вот эта фраза, мне кажется, что это перековерканное что-то. Я сама об этом много думала. Почему? Потому что, когда человек ведет себя просто, с ним легко, это нормально. Как это может быть хуже воровства? Что это такое? О чем это? И вот когда уже я столкнулась с другими вариантами, я подумала, что мне кажется, что это кто-то специально придумал для того, чтобы заставить людей забыть простоту. А ведь это нельзя забывать. А вы простая группа или непростая? Ну, группа. Как насколько, мы простая группа? Мы любимая группа. Ну, что такое простая группа? Такого не может быть. Человек может быть простой.
может быть простое решение проблемы. Как может быть группа простая, если в ней работают люди, которые что-то создают, а создавать всегда сложно, добиваться чего-то сложно. Не просто достичь успеха, а тем более много-много лет. Ну, создавать, понятно, что у нас волнообразное движение, ну, где-то взлеты, где-то, но вы посмотрите, мы прошли через сколько преград, через сколько перемен правительств. А как что Сергей сейчас скажет по этому поводу? Мне сложно ответить на этот вопрос. Ну, как? А мне нет. Что такое? Вы простой человек или нет? Как? Нет, я не про человека спросила. Я спросила о группе. Любое анализируются явление. Тексты группы, песни группы, музыкальная композиция. Вот тексты сложными не назовешь. Конечно, правильно? Конечно. А зачем? Мы должны понимать. А зачем? Песня исполняется на концерте. Я вам же адресую. А зачем? Песня исполняется на концерте, ее должны воспринять сейчас, а не потом. А, вы пойте, я потом дома скачаю из интернета и послушаю пару лет и подумаю, о чем эта песня. Нет, это, можно и так. Это не наш метод, как говорили в одном анекдоте. Мы работаем для людей, поем для людей, чтобы они получали удовольствие здесь и сейчас. Слово «счастье» на самом деле происходит от слова «сейчас». Все 10 альбомов в этом диске мы вам презентуем для того, спасибо, чтобы, если вам спасибо интересно, если вы хотите сделать свое. 10 альбомов, это не шутки на самом деле. Ну, это для группы, столько да для критиков, кстати говоря. Материалы. Да, материалы непочатый фонд работы. А вот этот концерт, вот этот, вот я о чем могу рассказать, ну тоже коротенечко, я в принципе долго не буду рассказывать, долго тоже никто слушать не будет. Вот этот концерт. В 2013 году нам позвонил Федя Полянин. Кстати, вот в вашем городе, насколько понимаю, живет такой, ну, деятель, такой достаточно известный на территории Советского Союза. И сказал: «Нина, давайте сделаем концерт во Дворце Украина». Ну, я как-то очень так сомнительно к этому всему относилась. Это сложно. Это сложно просто взять группе вот сейчас и пойди сделай во Дворце Украина концерт. Во-первых, и финансово, чтобы это потянуть, и собрать туда и гостей, вообще сделать программу. То есть это нам нужно было все-таки дойти, вырасти до этого. А еще учитывая то, что вот этот концерт снимался вообще без репетиции, какой бы то ни было. Потому что как вот мы взяли число осенью, выбрали число в 2014 году, 25 февраля. И перед этим был расстрел Майдана. А потом было несколько дней траура. И мы вообще висели все в состоянии, нас дворец спросил: не отменяйте. И вот внутри это было сложно. Как это прийти? Мы будем петь там, все. Но мы пришли, потому что если люди собрались, и мы во время концерта вот это все здесь записано. Именно история, которая с Януковичем, вот это там все в начальных кадрах есть. Потому что людям нужно это было. Представьте, вот в этот момент вот этого страха, я понимала, стоя на сцене, насколько мы вот сегодня выполняем функции, кроме просто пения, мы просто поддерживаем людей, ну, спокойно, чтобы у них срыва нервного не было, эмоционального, потому что мы поем о добром, хорошем, и как люди нас принимали, вот это вот можно все посмотреть. Листок календаря был перевернут зря, замел дорожку холодный снег декабря. Вы группа какая? Украинская или российская? Где вы работаете? Как это? Что такое? Где вы работаете? Где мы платим налоги? Где вы платите налоги? Там, где живем, в Украине. То есть вы живете сегодня? Мы граждане Украины. И сегодня, и вчера, и всегда. В Полтаве? Да. Вы живете в Полтаве. Да. То есть вся группа живет в Полтаве. Да. У нас в Полтаве студия своя. За исключением тех моментов, когда мы живем в гостиницах, поездах. Это не считается. Ну как? Ну прописка. Есть слово такое, да. В Полтаве. Налоги платите? Да. В Полтаве. Конечно, да. Конечно. Работаете с концертами где в основном? Везде. Везде это где? География какая? Миру.
по всему миру. Германия, Израиль, Литва, Латвия, Беларусь, Эстония, Белоруссия. Дальний Восток, Урал, Сибирь. Конечно, мы в России. И, конечно, Украина, редко, естественно. Ну, сейчас ездим очень, потому что и там, и финансово все, но там живут украинцы. Там есть территория, где живет много украинцев, и здесь живут русские, которых мы тоже оставлять никому не дадим. Я вот на некоторых концертах спрашиваю ребят, ну, наших зрителей, ну, все выстроим, там жило все нормально. А говорю, а русских бросим? Они говорят, нет. Понимаете? Вот... Родственные связи никто не отменял. И второе, что такое родственные связи? У меня живут поклонники там, которые меня любят, боготворят, а я им должна дулю показать или что? Вы понимаете, вот каждый из нас, который живет здесь, нельзя на всех одевать вину. Если я с людьми общаюсь, я что-то, я хочу знать их мнение, их отношения, потому что им тоже там льют на уши много чего, понимаете? А вот эта правда, вот эта истина, она доносится, как вот этот сетевой маркетинг, да, вот, ну, он же существует везде, сетевой маркетинг. Почему? Потому что человек попользовался чем-то и передал другому истину, правду о том, что есть. А кто передаст туда правду? Общаться мы должны. Вот там есть, ну, где-то на своих уровнях люди не должны терять. Иначе у нас будет как Северная, Южная Корея. Вы смотрели, когда им дали возможность встретиться с родственниками, сказали, ближайшие 80 лет вы не там, или 70, вы не будете встречаться. Это нормально? Вы в своих концертах эту мысль доносите? Естественно, мы там поем украинские песни. Мы поем там, мы говорим об этом, но говорим так, насколько это может быть корректно, вы понимаете? Потому что мы люди мира, по сути. Вот мы, которых любят там, мы имеем возможность влиять. Вот насколько мы можем влиять и доносить, что в Украине... Они спрашивают, вот приезжая сюда, приезжают родственники, вот у нас в Полтаве, из Ростова. Они приезжают на свадьбу в Украину к своим друзьям. И первый вопрос задают, а у вас тут едят младенцев? И я говорю, да они шутят. То говорит, да нет, не шутят. Но они это спрашивают, потому что им там кто-то это на уши отшлепывает. А кто будет им это сошкребать? Ну, кто это вот снимать будет? Кто будет показывать и как, что здесь нормально, здесь люди нормальные? Вот кто, как, где вот это зеркало поставить? Вы считаете, это ваша миссия, и вы это делаете? Знаете, если человек идет по улице, и перед ним упала старушка, то его миссия в этот момент старушке помочь. Правильно? Независимо от того, что он делает и как. Понимаете? Вот я считаю так, если где-то... Я смотрю из ситуации, где я могу помочь, но при этом мы же не заблюдничаем. Мы же не работаем на Путина или на Януковича. У нас сколько артистов было, которые у Януковича, извините, кормились из ладошки, из всего. Им сейчас не стыдно? Они, может быть, кто-то громко сейчас кричит, что он щирый украинец. Но извините, кормился он с чего? Ему тогда, он не понимал, что это все воруется, что, ну, что это так. Понимаете, если мы сейчас начнем вот так копать, это так просто сказать, вот ты туда поехал, ты туда едешь, потому что тебе тут лучше. А я ведь сюда деньги привожу, в эту страну. Потом иду их здесь трачу. А артист, который сюда приезжает другой, он отсюда вывозит деньги. Может, давайте вообще не пускать артистов в Украину, которые ну, собирают огромные залы, потому что им платятся большие гонорары, и они эти деньги потом вывезут с Украины. Давайте. Интересная мысль, кстати. Ну, очень, но мы очень далеко дойдем. Ну, имеется в виду, в основном иностранцы. А также смотрите, сколько людей работает за границей наших. Давайте им запретим работать в Европе. Скажите, вы что? И пересылать сюда. У нас здесь дорог нету. Вы что? У нас здесь полно работы. Идите тут работайте. Но позвольте, у нас свободная страна, людям самим решать, где им что делать и как. Если это где-то в какой-то момент выходит за рамки, мы в Крым не ездим. Нет. У вас сейчас всеукраинский тур? Ну, что такие всеукраинские? Если бы у меня был папа министра культуры или образования, или я не знаю там чего, министр, или если бы у меня был муж олигарх, там, или что-то, я бы, наверное, могла громко писать всеукраинский тур, заплатить деньги на каналы, за то, чтобы нас показывали по всем каналам. Это что, нету этого? Вас не показывают, значит, вы не платите. Да, да. Вы вот совершенно верно. Сказать? Потому что я когда-то разговаривала с Андрюшей Данилко, и он мне, ну, мы же дружим, мы живем в одном городе, он мне сказал, я за радио не плачу. Ну, мы за телевизор я не знаю. Канал, поэтому мы вас показываем бесплатно. Тем более. Нас и украинские каналы многие. Вот этот концерт, кстати, спасибо большое. И Интер
каналу, и Тонис каналу, и Киевским каналам, и региональным, и нашим Полтавским каналам. И вот мы с удовольствием и вашему каналу презентуем хорошее видео. Хорошее на показ. Безусловно. Права берем. Вот смотрите, Оксанка, цифровые права, например, они на весь мир. Кто владельцы, их берут на весь мир, в общем-то. У нас владельцы цифровых прав находятся в Москве. Ну, и что, какая разница? Это интернет. Интернет, он везде. Вот YouTube, кто вывешивает, он что пишет? Россияне, пожалуйста, тут не смотрите. Да? Ну, это если Россия заблокирует, но любое искусство, я вот сейчас приду к той цели. Я поняла, я уловила ответ на мой вопрос. Тур не все украинский, и вообще, что такое тур? Нет, это неправильно. На этой неделе у нас тур по Сумской области, на этой неделе. Нет, ну, не по Сумской области. На следующей неделе у нас будет тур по другой области, на следующей по третьей. Мы работаем круглый год. Артист завоевывает своего зрителя. Вот такой воинственное слово. Вы его завоевали давно или сейчас еще присоединяются? Настоящий артист завоевывает всегда. Всегда, конечно. И сейчас я сижу, вас завоевываю, а вы сопротивляетесь. Ну, это естественно. Стереотип. Поп-музыка – это плохо. Есть такой стереотип? Это у глупо. Кого-то, может быть, и есть, но это ненормально. Кто-то это говорит, ненормально. Это глупо. Конечно. Потому что, во-первых… Я спросила, есть ли такой стереотип? Я не знаю, я первый раз слышу такое. Я первый раз это слышу. То есть вообще. Вы об этом не слышали? Нет. Тогда можно сказать, что больше. Тогда откуда появилось слово «попса» просто? Да это просто упрощенное… Если нету такого стереотипа. Ну, подождите. Это просто упрощенное название. Словоблудие. Оно укорачивается. Да нет, Америка. Такой. Все слова укорачиваются. Вот почему американский от английского отличается? Потому что он проще, он укорачивается. Я сейчас, когда пишу смсы, вот я когда пишу сейчас, сколько я букв должна набрать? А это быстро дает. Я пишу сейчас. Три буквы. Но я пишу это не для всех, чтобы кто-то подумал, что я безграмотна. Но если я пишу конкретно кому-то, я пишу сейчас. Три буквы. Хорошо. А можно кто даже сейчас будет ща? На ваши концерты? Да, кто? Можно кто? Какие категории людей? Те люди, которые нас любят, те, которые помнят, те, которые просто хотят прийти на концерт в этом городе, потому что в этом городе, ну, не в вашем, а вообще в любом, просто некуда пойти, возраст, а купили возраст, новое возраст. Платье. Те приходят с детьми, которых родители правильно воспитали, и те дети приходят и говорят, а мне мама всегда слушала фристайл, поэтому я тоже к вам пришла. И внуки приходят, и семьи приходят в трех поколениях. Вот я так Кто скажу. Может прийти своими ногами? И, или, все, абсолютно, или, всех возрастов. Или те, кого могут принести да. родители на руках. Вот так. В Украине, я хочу сказать, хотелось мне почему сказать, что мы раздали песни многим артистам бесплатно, отдали права. Какие это песни? Много, у нас есть целый альбом, называется «Фристайл». Ну, кто поет сейчас? Олежка Винник поет в концертах три года. Какую песню? «Прощай навеки, последняя любовь». Вы не ходили на концерт Олега Винника? Олег Винник у нас был в Кавовом клубе, наверное, трижды, если не… Не пел. Не, ну, пел на концерте. Во время интервью не пел. Да, в интервью когда не пел. Ну, да, видите, да. получается, что как бы эту тему мы вам тут можем что-то такое рассказать. Дуэт «Анна-Мария», Наташа Бучинская, Катя Бужинская, Аллочка Кудла, Виталик Козловский поет «Больно мне больно» и по телевизору. Кстати, когда Виталик спел «Больно мне больно», буквально через 2 месяца он расстался со своим продюсером. О чем я глубоко вообще сожалею, потому что я… Слушайте, ну какая-то заколдованная песня. Вот так, от да. вашей солист ушел тоже после «Больно мне больно» да. и… До свидания. Да. Да? Вот, кстати говоря, ваш земляк Дима Каляденко поет «Ах, какая женщина», между прочим. Вот с нашего поет, разрешения да, и со своей любовью. Совершенно по-честному, красиво. Он счастлив этим. Он всегда благодарит за это. И всегда на концертах говорит о том, что это Нина Кирсоева разрешила петь эту песню. Кстати говоря. 28 лет вас должны были изменить уже. Понятно, у вас меняется мировоззрение. Конечно, вы меняетесь. Меняется. То есть с какими песнями вы сейчас выходите? Ближе они уже кому? Вашему возрасту? Да. Песня – это мелодия и слова. Да. А аранжировка сегодня совсем не та у «Прощай навеки, последняя любовь», которая была в 89-м году. И «Желтые розы» совсем не такие, как были… Ну, все не все, суть остается. А в какую одежку одеть, естественно, в более модную. Хотя мода.
мода. А потом идет период, и 30 лет назад вынимается. Но в таком, как пишут, что вот из сундучков вы можете вытащить платьице вашей бабушки. Оно да, но оно нет. То есть оно вроде бы да, но там другая ткань, другая фурнитура. Есть такое модное слово «апгрейдили», да? Да, а так и есть все. Не русское, но пускай. Дело в том, что наши песни, я надеюсь, не умрут с нами. Вот это уже начало новой песни. Наши я песни, надеюсь, что Сережа Кузьмин, бессмертный поэт. Вот такие... Как поэт, понимаете? Бронзоветь мы не будем, я надеюсь. Да, и Анатолий Розанов, что они великие люди. И я очень горда тем, что среди музыкантов, во всяком случае, существует понятие стиль, музыкальный фристайл. Вот что для меня ценно. Стиль, фристайл. Это определенный даже вид записи. Определенное звучание там с вот этой вот высокой серединкой, чуть-чуть приподнятой. То есть Анатолий Розанов, так как в силу обстоятельств нету хорошего звукорежиссера вот в городе Полтава, он, будучи композитором и руководителем, еще стал и звукорежиссером. И он выработал вот определенный свой стиль, узнаваемый ухом. Когда я прихожу на радиостанцию, приношу песню, а мне говорят: «О, Капельку песню принесли мы в Москве в 2005 году». Или: «О, ты это представляешь». Боже, как для меня это было приятно, потому что эту песню я пела. Значит, я, Нина Кирсой, да, я, значит, чувствую этот стиль. Я с ребятами, я понимаю, я чувствую их, я делаю вот этот стиль фристайла. Вот это для меня, наверное, главная такая вещь, вот если, как бы сказать, то, чего мы достигли. Но очень хочется еще чего-то достичь.